Здравствуйте, дорогой зритель. Пришлось уйти на кухню, потому как, ну видишь, коробочка по пояс мне. Нифига, она не уместится стандартно в комнате, ну там местечка нету. В общем, заказал я себе электронные визы. Электронные визы мне пришли, соответственно, надо готовиться. Надо готовиться и, соответственно, покупать некоторые вещи от Xiaomi. Ну, тебе это делать абсолютно не обязательно, вот я вот захотел именно от Xiaomi. Потому что мне в прошлый раз понравилось. Вот, как думаешь, куда я пошел? AliExpress, Banggood, какие-нибудь там другие еще сайты? Хрен там плавал, я пошел до местных барыг заказал офлайновских. Были на Play.ru. Юлина меня не обманул меня, что ли? Я говорю, чехол будет, он не знает, там где-то внутри чехол есть. Чехлом что-то, смотрю, не пахнет. Так, что можно, что нельзя? Ни хрена не понятно. Так, что это у нас? Это у нас чемодан. А что, все, что ли? Невысоко. Невысоко ты выдвигаешься. Это касаемо раз, касаемо два. Какая-то небольшая грязь есть. Касаемо три. Что у нас тут присутствует? У нас тут присутствует вот такой вот замочек. По умолчанию он стоит на трех нулях. Вот. И очень часто все говорят, почему мне ключ не прислали. А ключа нету, потому что этот ключ, он находится у сотрудников, ну, пограничников, скажем так, для того, чтобы они могли открыть чемодан, посмотреть, что в нем такое прячется, не вспарывая его и не бегая, не ища вас по всему аэропорт. Так, может быть, здесь есть? 13? Нет, нет. Да ни хрена у нас тут нету. Да, хрена лысого они. О, зато фирменный силикогель. Да, чехлом здесь не пахнет. Что в итоге имеем? В итоге имеем достаточно прочный чемодан с кодовым замочком. Легенький, условно. Условно легенький. И, собственно говоря, достаточно хорошо крутится и вертится. Выдерживает. Вроде как. Ну как. Выйдет живучий. Посмотрим, как он выдержит бадания этими, как их, грузчиков. Что из этого получится. Жаль, чехла нету. Кстати, на маленький пришел чехол. Надо у него сделать обзорчик и использовать. В общем, вот такой вот будет красненький чемоданчик. У меня 28 диаметра. Стоит как мост чугунный. Ссылку на какую-нибудь китайскую площадку я положу, чтобы вы поняли, что искать. Но в целом у нас они продаются даже подешевле. Пойду жене покажу. Послушаю, что она скажет. С тобой пока. До скорых встреч.